Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. У нас начало новой недели, соответственно, все новые расчеты по квадратам, по 15 минуткам, по часам. Уже, в принципе, все успел сделать, так что остается просто обсудить. Напоминаю, что приветствуется высказывание вашего мнения, так как у нас здесь собираются представители разных школ трейдинга, разного вида анализа, да, то есть кто-то любит графический анализ, кто-то индикаторный, кто-то больше Fibonacci, кто-то больше Elliott предпочитает использовать в работе, да, кто-то Gartner, то есть вариантов много. Я рассказываю свою точку зрения, вы, возможно, поделитесь своим взглядом на рынок, потому что с разных точек зрения всегда рассматривать его интереснее. Как всегда, если будут возникать какие-то вопросы, задавайте. Если у кого-то не получается писать сообщение в чате, значит, вы забыли авторизоваться или зарегистрироваться на сайте, исправляйте эту маленькую недоработку, присоединяйтесь к нашему дружному коллективу. Также построений достаточно много, напоминаю новичкам, это не значит, что нужно пугаться, то есть записывать их или как-то фиксировать не нужно, потому что в конце даю раздаточный материал, с которого вы можете без проблем все скачать, установить себе, и вот здесь будет отображаться тот рабочий стол, который вы видите сейчас, ну или профиль, как хотите называйте. Поэтому можете его использовать просто как вспомогательный материал, включая все индикаторы, все скрипты, считалки и прочее, что я периодически показываю на семинарах. Так что давайте сейчас проверим качество связи, что меня нормально слышно и видно, и можем, собственно говоря, начинать. Сейчас заглянем в список новостей, потому что, ну, без фундамента мы может периодически делать ошибки слишком грубые, поэтому нельзя такого допускать. А дальше уже идем чисто по технике. Что я сейчас с экрана исчезаю и иду проверять, как у нас дела в чате. Так, плюсики вижу. Так, значит, в чате все хорошо. С онлайном связь есть. Так, что нам скажет экономический календарь? По большому счету, каких-то сверхважных новостей сегодня не будет. Завтра будет много новостей по фунту. Все, кто фунтиком торгует, будьте внимательны, но я это еще напомню завтра. Потому что мы встретимся раньше, чем новости будут публиковаться. Будут индекс потребительских цен, базовый индекс потребительских цен, индекс цен производителей и так далее. Поэтому в 11:30 завтра нужно быть повнимательнее. Вот. Но на другие дни не лезем, потому что в любом случае успеем это обсудить еще позднее. Также будет много новостей по Британии в четверг и еще новости по Америке пятницу. Так что в основном это будет неделя фунтика, скажем так. Теперь переходим к технике. Так, начинаем с DXY. Немножко обобщу то, что мы будем сейчас обсуждать. На этой неделе получилось достаточно много фигур наложения с большим количеством углов. Такое обычно бывает, когда на рынке возникает какое-то рассогласование, когда начинаются сильные скачки то вверх, то вниз. Поэтому новостям особое внимание на этой неделе уделяем. Давайте покажу, чтобы было понятно, чему это. То есть семигранники, когда появляются, я всегда немножко более осторожно начинаю торговать, потому что, как правило, это слишком высокие частоты, и рынок слишком часто меняет свое направление. Это вот DXY. Австралиец шестигранник, еврик шестигранник, фунт более-менее адекватно 4, новозеландец шестигранник, канадец тоже семерка, швейцарец пятерка, японка тоже семигранник, золото тоже семигранник. То есть все, у кого семигранники были, там, соответственно, желательно поосторожнее себя вести, но мы до этого сейчас еще дойдем. Итак, напоминаю, если вдруг у кого-то нет доступа к общей папке, где лежит раздаточный материал, то все можно забирать самостоятельно вот отсюда. Из вот этой папки. DXY
мало того, что зашел в диапазон 91.51-92.33, он даже в пятницу за его пределы вылез. За 91.51 закрепился. Единственное, что на тот момент уже вот это длительное падение начало подавать признаки остановки. Последний раз такое было 29.06 только. Так что достаточно давно. Поэтому может быть 1-2 дня какой-то небольшой коррекции внутрь диапазона. Вполне может быть какой-нибудь небольшой свечу. Может быть попробует еще раз сходить вниз даже до 90 ровно. Пока что каких-то крупных новостей до конца недели у нас не будет. И как бы первая половина в основном будет построена на технике, если, конечно, там нежданчик какой-нибудь не произойдет. Следующее расчетное время, напоминаю, у нас только в октябре, так что мы в любом случае еще не один десяток раз успеем встретиться и обсудить. Переходим на более маленькие вибрации, смотрим, что творилось там. Дошли до 91.28, соответственно, дивергенция идет наверх отрабатывать коррекцию. Коррекция, напоминаю, может быть вплоть до 92.12, до 14.09, 13 часов. А 14.09 это следующий четверг. Ну, фактически мы только что рассуждали, что в первую половину недели особо сильно глобальных изменений ждать не стоит. Ну, на часах мы получили уже более точное значение, когда, скорее всего, что-то начнет меняться. Это уже четверг, вторая половина дня. Теперь спускаемся на совсем маленькие колебания, потому что если так вот присмотреться, в принципе, диверы вот здесь присутствуют, то может быть он в боковичок зайдет. Посмотрим, что творится на маленьких вибрациях. Диапазон для DXY на эту неделю 91.33-91.76. Если он выходит за его пределы, то уже возможны более-менее небольшие колебания. Хотя бы если от 91.76 вверх, то может подняться на 92.08, ну достаточно маленькое расстояние. Если же вниз, то повторить то же самое падение до уровня, на котором он топтался до этого, это 91.12. В принципе, достаточно неплохо сочетается с данными по дням и по любимому углу на часах. Еврик пробовал колоть вверх реверсивный 1.1, не получилось. Плюс ко всему дивер сделал вот здесь вот. Так, это сделано лишнее. Вот, в результате здесь еще мы видим падающая звезда получилась, так что тоже небольшая коррекция здесь вполне возможна. Но вот тоже не стоит сбрасывать со счетов, то есть если он все-таки нарисует вот такую свечку, да, которая закроется выше реверсивного угла, то движение наверх вполне возможно, только учтите, что открываться нужно будет не на днях, а на часах. Почему? Потому что мы находимся в зоне между любимыми углами, и любой уровень между ними может стать разворотным. Для дней это не цель, да, но а здесь как бы 96 пунктов, если вы уйдете на часы, на часах цель вполне адекватная. Для дней, конечно, маловато будет. Поэтому на днях пока сделки открывать не надо. И еврик на часовиках. Собственно говоря, так и не вышел за пределы диапазона. Сидим, ждем, как он будет вести себя дальше. Наверняка попробует вернуться обратно внутрь расстояния между углами, потому что здесь вырисовывается дивергенция. Вот так. Теперь фунт стерлингов. По фунту вот этот момент успели, насколько я помню, с ростовскими трейдерами обсудить. Кто заходил в покупки, насколько я помню, как раз вот на 16 часе убежали. Перед тем, как американцы открылись, то есть где-то вот в этом районе. Да? Интересно, как у остальных, получилось выскочить или нет. Поэтому, кто прибыль зафиксировал, жду ваших сообщений в чате. Напоминаю, что кто желает рассказать о своих сделках, пишите в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты разные. В долларах нет смысла говорить, а в пунктах может
принципе, каждый прикинуть на свой депозит, сколько бы это было прибыли в данной сделке, если бы он управлял бы своей суммой с помощью своего метода управления капитала, который он выбрал. Сейчас рисуется просто коррекция против основного движения, причем напоминает она очень такой то ли флаг, то ли вымпел, больше на вымпел похоже, правда. Да, вымпел. Если все это так и продолжится, то мы вполне можем рассчитывать еще на один такой же импульс, да, а это примерно будет выглядеть вот так вот, да. Ну, на 1.3370 он так пока целится, но пока он не подтвердил, да, этот вымпел. Мы знаем, что есть 4 условия для того, чтобы входить в подобные сделки. На данный момент пока выполнено 3 из них, то есть нет пробития границы. Пока нет пробития границы, соответственно, нет никаких сделок, потому что рынок за такие вещи может достаточно сильно наказать. Плюс ко всему, учтите, что отработаться она может не целиком, а если он пойдет наверх, он может при 50 пунктах сделать дивергенцию, удариться в 2.1 и после 2.1 остановиться. Но 50 пунктов это тоже неплохое расстояние для внутридневной торговли, поэтому, я думаю, многие этим тоже воспользуются. Здесь фрактала пока что нет, поэтому вот этот угол я не переношу. Так, швейцарец. По швейцарцу разбирали, был ночью сигнал 8 числа. Если там кто-то не спал или отложенники ставил, возможно, зашел. Выход был в 6 утра вот здесь вот, то есть взять можно было где-то пунктов 40. Потом углы перешли вот в такое положение, потом вот в такое, потом вот в такое. Потом, соответственно, вот так, попытка вверх неудачная, к тому же еще и дивергенция. Потом в последний час пятницы была еще одна попытка сделать сигнал. Но я думаю, в последний час пятницы вообще редко кто торгует. Вот. Но здесь, стоп, прошу прощения, здесь дивер был на другой вершине. Вот так. Нет, даже дивера и не было. Соврал. Вот. То есть здесь, если входили, то скорее всего, с Г-полося поймали потом. Ну, я надеюсь, что в последний час пятницы никто не торгует, но, тем не менее, убыток мог быть порядка 35 пунктов. Потом, сегодня в 3 часа ночи был новый сигнал на покупку, но был запрет. Вот он. И сейчас он в таком подвешенном состоянии, но, по крайней мере, углы перенести можно вот так. С покупками очень осторожно, потому что он может удариться в 1.1 и дальше не пойти. Ну или там пройти, может быть, пунктов 10-15 и заглохнуть там. Потому что в последнее время он прямо вот змейкой вился около 1.1 и дальше не хотел ходить. Видели это все, в принципе, все, поэтому я думаю, это вопросов вызывать не будет. Следующий момент. Это японская иена. Вот, японская иена продолжила движение вниз. И, собственно, пока что все наши опасения оправдались, потому что максимумы по-прежнему растут, минимумы по-прежнему падают. Точку отсчета я вам вот здесь обозначил. Это 24 число, да? И пока что здесь работать более рискованно, чем на других инструментах. Ну, иена всегда была такой достаточно своеобразной валютой. Но, тем не менее, сигнал она в шарты давала 8 числа, которые вполне неплохо отработались. Сигнал на выход был сразу после аналитики, получается, на 10 часе. Когда 10 час закрылся, вот 11 появился. Вот здесь получается. Прибыль была где-то, ну, пунктов 30, грубо говоря. Потом углы перешли на вот такие значения, да. И фактически был новый сигнал сразу после гэпа, потому что свечка гэпнулась за 1.1.
Кто-то из агрессивных, кто не спал, возможно, зашел. Ну, я против агрессивных сигналов, но я знаю, что некоторые их тоже используют. Так, вижу, вот еще появились мнения. Павел пишет, фунт идет в канале, обновил график. Так, давайте посмотрим. Остальные тоже присылайте скрины, а то я смотрю, что-то сегодня народ еще не проснулся. Не так много мнений, как обычно. Так, давайте чуть поближе поставим. Так, ну, фунтик у нас по-прежнему еще не обновил эти максимумы, так что посмотрим, сможет ли он их пробить или нет. Ну, судя по всему, что импульс нарастает, потому что Боллинджер, в принципе, разъехался. Так что посмотрим, насколько хорошо это будет. Потому что ближайшая цель, получается, по расчетам, это в район 35. Потом, когда до любимого угла дойдем, попробуем сравнить потом. Какая цель получилась у вас и что получилось на любимом угле. Спасибо за предоставленный скриншот. У кого еще есть какие мысли, тоже присылайте сообщение в чат. Вот, а сейчас углы можно тоже еще раз перенести, то есть поставить их уже вот сюда и ждать следующий сигнал от японки, который может составить примерно порядка 65 пунктов. В принципе, для интрадей торговли тоже вполне нормально. Так, дальше. Австралиец. Опять же, в какой-то веке более-менее сбегал наверх, но из-за того, что до этого было слабое движение, был дивер. Против дивера, я думаю, вряд ли кто-то остановился, поэтому движение было, но хороших сигналов, именно которые действительно можно было бы, не боясь использовать, как таковых не было. Потом углы перешли вот в это положение, вот были шорты, опять же, тоже агрессивные, в последнее время у австралийца либо нет сигналов, либо только одни агрессивные, то есть вот здесь, в принципе, все бы хорошо, если бы не вот эта вот перепроданность. Поэтому отмечать не буду, так как отмечаю только консервативные сигналы. Да? И вот здесь уже был сигнал на выход. Да? То есть в лучшем случае бы забрали 12 пунктов, но это не прибыль. Это так даже смешно вслух произносить. Вот, максимумы появились новые. И сейчас ждем, может быть, он даст еще один сигнал. Как раз в ближайшее время. Но повторюсь еще раз, австралийцам заниматься только если больше нечего делать пока. Теперь новозеландец. Но у него амплитуда посерьезнее. Был достаточно вот такой красивый сигнал 8 числа в 2 часа ночи, если не спал кто-то в это время. Вот. Пробил сразу и перенесенный реверсивный угол, и 2-1. Это значит, что движение сильное, продолжаем ускоряться. Потом вот заходим в перекупленность, сидим, и вот здесь вот остановка, да, то есть даже если брать по минимуму, где-то в районе 60 или там 50 пунктов вполне можно было забрать. Но большинство в это время спали, поэтому я думаю, что не так уж много умудрились это движение забрать. К тому же не так уж много и вообще по новозеландцу торгуют. Потом образовался вот этот максимум, потом образовался вот этот минимум, угол переехал, соответственно, сюда. И появился еще один сигнал. Сейчас посмотрим, насколько он был актуален. Он был запрещен, потому что осциллятор был в перепроданности, и мы были вблизи угла 2-1. Там, в принципе, потенциальная цель была 18 пунктов, что, собственно, и получилось. Потом угол переехал этот вот сюда. Вот этот вот сюда. И новый сигнал был в час ночи сегодня. Запретов никаких не было. Поэтому если в час ночи сегодня кто-то не спал, то вот здесь был сигнал в шорты. И практически сразу на выход. Опять же, не самая большая прибыль. 20 пунктов. Ну, скальпером, в принципе, было бы нормально. Потом еще, кстати говоря, и дивер был, который отрабатывается сейчас. Несколько раз задавали вопрос по дивергенции в последнее время. Напоминаю еще раз, дивергенция отрабатывается либо сразу, либо никогда. Поэтому пользуйтесь этим свойством. Так, ну здесь пока других переносов пока сделать не можем. Теперь сидим, ждем. Следующий канадец. Так, давайте чуть масштаб
побольше сделаем, ждали откатик наверх, по углам там потом будет, то есть по квадратам будет покрасивее смотреть. То есть у нас появился новый минимум наконец-таки для того, чтобы можно было перенести углы, и новый максимум появился, тоже теперь можем перенести вот так. Была попытка сделать сигнал в лонге, пока что не актуально. Может быть, он его даст и там сбегает куда-нибудь до вот этих вот макушек, просто в рамках коррекции. Ну, примерно пунктов 80 это может быть, даже если заберете 50 пунктов, очень даже неплохо. То есть пока что вот это движение наверх, это всего лишь коррекция от вот этого падения. Не более того. На квадратах сейчас как раз все разберем поподробнее. Теперь идем по второму кругу, все заново, смотрим, по каким целям можем бегать на этой неделе. По еврику очень маленький диапазон, поэтому наверняка сегодня он нам уже подарит сигнал. Желательно входить после 12.20, потому что это первое расчетное время на этой неделе. Диапазон 1.19.996, 1.20.322. И цели для дальнейших покупок. Было бы неплохо, если бы он прям фрактал образовал бы здесь. И потом бы мы его здесь подхватили. Тогда цель потенциальная может быть у вас где-то в районе 80 пунктов на эту неделю. И соответствующие значения 1.20.648 и 1.21.137. Если были бы шорты, тогда ему нужно пробить и цену, и время. Это менее вероятный вариант развития событий на данный момент. Но на всякий случай тоже озвучу. Это 1.19.670 и 1.19.181. Пробить сразу два уровня достаточно тяжело, и вроде как сильных новостей нет, которые бы позволили это сделать. Так, для 15 минуток диапазон 1.20.099, 1.20.344. Сейчас формируется новый сигнал шорты, который будет готов через 7 минут. Но уже видно, что особо далеко он не убежит, да? И плюс обратите внимание, что у нас получается здесь. Да? Раз, два, три. То есть, если мы с вами сейчас увидим на этой и следующей свече какую-нибудь разворотную комбинацию, то, скорее всего, он прогуляется вот отсюда, вот сюда потом, на 24 пункта. Скальперам и интрадейщикам это будет вполне нормально. Тем, кто работает в средний срок, вам, конечно, будет маловато, поэтому этот сигнал будет лучше пропустить. Так что вот этот шорт, скорее всего, будет неудачный и закончится отскоком обратно внутрь диапазона. Поэтому, если увидите там какой-нибудь просвет в облаках или, может быть, харами получится, ну или захват за пояс или поглощение, что-нибудь вот в этом роде, ну или просто любой вид ложного пробоя, то, скорее всего, будет отскок вовнутрь за счет третьего касания. Такого мы уже насмотрелись достаточно много за это время. Так что вот следующая 15-минутка после вот той, которая рисуется сейчас, как раз на все ответит. То есть, когда по Москве наступит 10 часов. Так, фунтик. У фунтика тоже, как и у евро, очень маленький диапазон на эту неделю. И обозначается он уровнями 1.31.690, 1.31.994. В какую сторону пробивается, в ту сторону и пойдем. После начала недели пока что ни в какую сторону не пробивался. Но опять же, в большей степени смотрит наверх. И если так примерно прикинуть, то сначала попробует взять 30 пунктов, а потом взять 74 пункта. То есть это цели 32.298 и 32.753, соответственно. Но будет первая попытка, скорее всего, неудачная. Почему? Потому что очень мало времени. У него четырехугольник получился, я вам показывал, да, из фигур наложения. Если он пойдет какой-нибудь скоростью, которая была у него до этого, даже вот банально вот так вот просто приложить, да, то явно он не успеет это сделать. То есть возьмет где-то первую цель, скорректируется и потом пойдет после коррекции уже дальше. Поэтому не думайте, что вы сразу же в первый же день, если он даст сигнал в покупке, что вы возьмете вот эти 70 с хвостиком пунктов. Следующий это фунт стерлингов на 15 минутках. Здесь диапазон 1.31.780, 1.32.029. Были уже ночью попытки сделать сигналы в продажу.
были не очень удачные, оба запрещенные осциллятором, плюс еще и под конец дивер был, который тоже, опять же, сейчас отрабатывается и говорит о том, что рынок больше смотрит наверх, чем вниз. Швейцарец. У швейцарца диапазон 0,94518, 0,95177. И ждем пробития в одну из сторон. Здесь достаточно сильно все завязано на DXY, поэтому прежде чем совершать сделку, обязательно смотрим, что творится у нас вот здесь, в какую сторону он идет. Если DXY растет, соответственно, и котировка со швейцарцем тоже будет расти. Если DXY падает, котировка со швейцарцем будет делать то же самое. Поэтому это можно использовать как такой вспомогательный индикатор для входа по швейцарцу. Потому что в последнее время не так много уж хороших сделок на нем было. Так, дальше. Японская иена. Японская иена имеет диапазон 108.74 и 107.99. Вернемся еще к построению, когда по любимому углу будем смотреть. Гэп пока что не закрылся, так что какую-нибудь тень вниз она может кинуть в течение там, сегодняшнего дня или, может быть, в ближайших пару дней. Это будет вполне нормально, так что кто будет краткосрочно работать аккуратно со стопами, будьте готовы, что может за стопами сходить. Вот. А так было бы интересно, чтобы она пробила 108.74 и устремилась на 109.30 и на 110.051. Тогда можно сделать импульсное присоединение, и ваша потенциальная цель будет либо 54 пункта, либо 131 пункт. Так, дальше. Павел пишет, да, по фунту для роста нужно взять прошлый хай, иначе можно уйти обратно. К тому же прошлая FIBA по целям взята, серый треугольник, обычно идет отбой. Так, давайте посмотрим. Так, ну вот как раз вот тот хай, про который говорили, да, то есть либо он сразу пробивает и идет достаточно сильно наверх, практически таким же импульсом, да, вот куда-то вот туда убегает, либо же начинается откат, разворот, то есть замедляется скорость, он отходит назад на разгон и бьет еще раз. Ну, поэтому нужно будет уже судить по факту, потому что как бы заранее угадывать смысла нет того, что будет происходить на рынке, потому что вредно такими вещами заниматься. А в любом случае, чтобы именно около этого, вблизи хая не произошло, в любом случае получится поработать достаточно неплохо, потому что движения, что в том, что в другом случае, по расстоянию будут высокими. Поэтому нужно будет всего лишь поймать саму точку разворота, а это будет не так уж сложно сделать, и потом просто присоединиться к импульсу. Так, спасибо за предоставленный скриншот. Кто еще желает высказаться, тоже присылайте сообщение в чат. А мы пока что идем за следующим инструментом. Это австралиец. У австралийца диапазон 0.80158, 0.80661. Пока что не выходило ни в одну из сторон. Мы ждем банально пробития и присоединяемся. Следующее время еще не скоро, только в час ночи. Так что в какую сторону ни пошла, интрадейщики могут поработать одинаково. Единственное, аккуратно с шортами. Мы уже обсуждали с предыдущими построениями, что у него цели отрабатываются не очень хорошо, у австралийца. Здесь получается расстояние порядка где-то там 36 пунктов, на большее пока сильно не рассчитывайте. Так, иену посмотрели, австралийца посмотрели. Так, теперь новозеландец. Новозеландец диапазон 0,72749, 0,72137. Аккуратно со временем, потому что в 13.40 может, ну, плюс-минус 2 часа может образоваться новый временной уровень, да, то есть разворот по времени. Вот, кстати говоря, очень красивый пример разворота аналогичного. То есть было бы, в принципе, неплохо, чтобы это произошло вблизи какого-нибудь
из уровней. Тогда было бы понятно, в какую сторону заходить. Потому что сейчас нам по большому счету все равно, в какую сторону это будет происходить. Да? То есть, если, например, он временной уровень пробьет и вылезет где-нибудь вот здесь наверх, тогда будем покупать. Если вылезет после временного уровня вот здесь вниз, будем продавать. То есть здесь покупка, здесь продажа. И потенциальные цели у вас тоже уже перед глазами есть. То есть вниз это где-то 45 пунктов, вверх там где-то порядка 78 или 30 пунктов. Но новозеландец в последнее время, как и австралиец, радует не очень сильно, поэтому пока что более скромные цели перед собой ставим. Если даст сигнал вот прямо перед 13.40, например, вот так, то будьте готовы к тому, что если войдете, он на время не развернется и пойдет стопы собирать, поэтому такие сделки лучше пропускать. Так, кто еще остался? Канадец. По канадцу, так, где у нас начало суток, как видите, никаких колебаний нет практически, да, то и выделить диапазон достаточно сложно. То есть верхняя граница явно выражена, да, так как колебания нет, то и нижнюю границу очень сложно выявить. Поэтому пока оставляю только одну, и канадца не трогаем, работаем по вот этим построениям, тут понятнее. Тут немножко масштабы покрупнее получаются, да, но тем не менее, если будет вот пробит, перенесенный 1.1, то можно остановиться как минимум до вот этого вот хая, я уже говорил, порядка 80 пунктов, даже если 60 возьмете, будет неплохо. А вот это построение мы откладываем до завтра. В любом случае какой-нибудь более-менее адекватный фрактал вниз он должен нарисовать. И тогда мы диапазон сможем адекватно обозначить для этой недели. Поэтому нижней границы у него пока что нет. Верхняя это 1.21737. Поэтому прибыль может быть 38 пунктов или 86 пунктов. Ну, разница там в несколько пунктов по сравнению с тем, что показывал в расчете по перенесенным углам. Так, золото на неделях все-таки закрепилось, да, выше. 1.1 мы это уже давно наблюдаем. То есть замедление, падение у золота уже точно началось. Но пока что мы с вами не видели обновления максимума. Это 1374.039. Поэтому первичные признаки у нас старения модели есть, но вот более сильных аргументов пока что еще нет. Так, Евгений задает вопрос. Алексей, скажите, семинар в записи по индексам есть? Семинар в смысле по теории, что из себя представляют фондовые индексы, или аналитика по индексам? Аналитику по индексам одно время выкладывал, народ ее не смотрел практически, поэтому потом перестал. Если есть желание, смотрели его на YouTube, тем, кто не попадает в 2 часа, то, в принципе, можно возобновить традицию. А если семинар теоретический, то на YouTube вы его не найдете, так как ну, команда не была делать запись, соответственно, и не выкладывал поэтому. Так, пока жду ответ, смотрим золото на днях, расширяющаяся формация продолжается, и обсуждать мы ее будем еще очень-очень долго. Вот, пока что видно, что золото даже после гэпа все равно остановилось на расчетном уровне 1334.63. И будем ждать реакции доллара, потому что он сильно влияет как раз на золото. И если гэп закрываться не будет, золото может в плане коррекции просто сходить к одному из углов. Вот так вот. А дальше уже посмотрим, отобьется или нет. То есть вот такой небольшой отход назад, это вполне нормальное явление. К тому же мы уже видим, что осциллятор отошел практически к нулю, да, то есть он уже вышел из перекупленности. Поэтому маленькое движение вниз вполне возможно, но это не разворот такой, чтобы утащил цену прям сильно-сильно вниз. Так, дальше. Вот, вижу еще сообщение от Виталия. День добрый, Америка заинтересована в высокой цене на золото.
И есть ссылка на статью. Так, спасибо. Ссылку почитаем. У меня следующая цель по золоту получается 1369,99 и 1408,07. И меня бы ничего не смущало, если бы не вот этот сегмент графика. Потому что если бы у нас был чистый растущий тренд, то у меня бы никаких сомнений не было, что оно собирается расти. А вот в состоянии расширяющейся формации рынок способен очень резко развернуться и полететь с той же самой скоростью, почти без коррекции, в обратном направлении. То есть у нас на данный момент нет стопроцентной гарантии, что не произойдет вот так. Так, чтобы он опустился еще ниже вот этого минимума. То есть я не говорю, что это прям произойдет сегодня-завтра там или через неделю, но это свойство самой вот этой структуры. Так, чтобы максимумы каждый раз увеличивались, а минимумы каждый раз уменьшались. И пока что данная структура не разрушена. И разрушится она только после того, как вот эта коррекция произойдет и не снова обновится максимум. Вот тогда вот здесь уже появится первая вибрация восходящего движения. Полноценное нового движения. Но этого еще пока нет, и пока это на днях нарисуется, я думаю, мы к этому вопросу вернемся, наверное, на Новый год только. Так, дальше еще вижу сообщение. Денис пишет, золото на неделях дало сигнал при пробое основного угла, но пока ушло внутрь. Так, ну-ка давайте посмотрим, какие есть на более старших таймфреймах расчеты. Так, сейчас чуть поближе сделаем. Так, ну, попробовала пробить, я так понимаю, это реверсивный 1.1. Нет, да, реверсивный 1.1, он уже за ускорением стоит. Но что-то вот не получилось у него это сделать. И я так понимаю, целится где-то на 1394,72 недельный график. Но, опять же, пока что мы с вами не получили подтверждения, что на более маленьком таймфрейме нет расширяющейся формации. Потому что как раз если это будет, то мы с вами увидим возврат к одному из основных углов от более старшего таймфрейма. Это было бы очень неприятно тем, кто зашел в покупки. Можно очень хорошо наловить лосей из-за этого. Так. Так, 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 так. Так, народ пишет, ссылка не работает, ну-ка сейчас я проверю. Нет, у меня все работает. Так что, если вдруг ссылка не целиком синяя, я просто вижу чуть в другом формате наш чат. Если что, просто копируйте, вставляйте, все нормально будет. Так, дальше. Теперь чуть-чуть поскромнее замашки делаем. То есть золото на часах. Гэп пока что не закрыт. Диапазон 1332.677-1339.677. Ждем, в какую сторону пробивается, в ту сторону и присоединяемся в рамках интрадей торговли. В ближайшее время 17 часов, как раз когда вовсю американцы начнут торговать. А коррекция может произойти как раз либо до одного из расчетных значений, первая или вторая цель, либо до, соответственно, одного из углов. Здесь это будет почти одно и то же. То есть, ну, это было сделано еще черти когда. Получается, что наверное, в экран не поместится. То есть, может быть, оно вернется к 1.1 и попробует еще раз от него оттолкнуться, чтобы сходить наверх. Но я больше сторонник того, чтобы сделки все-таки по тренду открывать. Поэтому шортить пока большого желания нет. Так, дальше. 15 минутки для тех, кто хочет поэкстремальничать немножко. Диапазон 1330-505 и 1340-209. Пока что ни разу не преодолел этот диапазон, а может быть и проснется только когда Америка зашевелится.
Следующее расчетное время это 15 часов. И пока не пробьет никакую из границ, ни верхнюю, ни нижнюю, соответственно, мы тоже делать ничего не будем. Куда может сегодня сбегать вниз? 1324.035, 1316.487 в рамках одного импульса. Это для тех, кто работает по системе, чуть-чуть взял и убежал. То есть такой вариант, в принципе, подойдет. Серебро особо сейчас не интересно, я уже говорил, его пока пропускаем. Рубль... Вроде бы все хорошо у него было, укреплялся, но вот меня немножечко смутило 8 число, потому что здесь, как видите, поглощение в классическом виде, поэтому вполне возможно, что будет возвращение обратно в сторону 58-54. Ну и плюс здесь еще дивер. Сейчас посмотрим, что там с нефтью, может быть, она как раз прольет свет на то, что творится с рублем. На удивление, все-таки она смогла пролететь еще некоторое расстояние наверх, почти достала до нашего расчетного значения. Помните, мы с вами говорили, что между 54.83 и 58.03 любой уровень может стать разворотным, и преодолеть его будет крайне тяжело. Она вот только вот буквально к границе подошла, головой стукнулась и пошла на разворот обратно. И, кстати говоря, если посмотреть внимательно, то получается почти то же самое, что с рублем, только чуть-чуть в другом формате. Да? То есть здесь тоже поглощение и тоже больше вариант за то, что нефть немножечко подешевеет. Может быть, она начнет рисовать новый вымпел, который у нее не получилось нарисовать в конце августа. Соответственно, если нефть начнет дешеветь, то... хотя бы даже в рамках коррекции, то котировка рубля уйдет наверх, и котировка канадца тоже может уйти наверх. И как раз отработаются вот эти вот 80 пунктов, которые он мог сходить туда вот кверху, после пробития 1.21.737. Поэтому в ближайшие дни посматривайте на котировки Brent, вполне возможно, она даст неплохой сигнал для работы по канадцу. Так, теперь японка. У японки был очень красивый вариант вот здесь вот входа в позиции 15 часов для тех, кто торгует во второй половине дня в пятницу. То есть никаких противоречий, выход из диапазона. Вот сигнал. Кто-то убежал, когда доджик появился перед самым закрытием рынка, да, то есть где-то пунктов 20. Те, кто работают в долгосрок, те, скорее всего, до сих пор находятся в позиции поения, это где-то уже пунктов 80. И до 13 числа, я думаю, вполне можно еще посидеть в данной позиции. По швейцарцу на днях здесь уже шорты явно закончились. Идет движение наверх и... на днях тут слишком большие стопы, чтобы делать какие-то сделки, поэтому это неинтересно. Фунт залез за 1.31.671, вот этот вот выход, как раз когда мы с ростовскими обсуждали, как раз здесь был еще, видите, сигнал на осцилляторе, как раз вот 15 час закончился, начался 16, и вот как раз здесь примерно в начале 16 часа перед Америкой разбежались. По крайней мере, с кем обсуждали. Обращаю внимание, скорректировалось идеально на 31.671, поэтому он вверх как минимум попробует еще раз сходить. Как вот уже Павел упоминал, да, то есть хаи сможет обновить или нет. А по-хорошему, если он забрался наверх, то нужно ему сходить не просто обновить хаи, а до 1.33.489 сбегать, а туда дорожка где-то полторы фигуры. И это очень даже неплохое расстояние. Плюс вот этот вот вымпел, который мы с вами обсуждали, если так вот прикинуть, да, какой он был по величине, то мы примерно то же самое и получим. Да? То есть небольшой погрешностью. То есть здесь вот два подхода дают примерно одно и то же. С учетом того, что еще будет много новостей по Великобритании выходить, если они будут положительные, фунтика как раз может утащить вот туда, к 33.489. Насколько долго он там задержится, это, конечно, большой вопрос, но то, что можно взять один неплохой импульс наверх, это, в принципе, достаточно
аргументированно. Так, биткоин на днях пока что внимание не привлекает. На часах поинтереснее уже. На часах чем интереснее? Тем, что он вернулся к расчетному уровню 4189.26. Сейчас консолидация идет. Если мы увидим отбой, будет попытка снова сходить на 4741.62. Ну а разница, как видите, почти в 500 баксов здесь в цене. То есть можно получить достаточно хорошую прибыль на этом. Кто торгует криптовалютой, будьте внимательны. Возможно, сегодня эта сделка у вас уже появится. И где-то 14 числа, ближе к вечеру, к 17 часам, возможно, вы ее уже закроете. Это будет следующее расчетное время, соответственно. Ну что, здесь по большому счету все. Давайте сейчас вернем все на свои места, сохраним раздаточный материал. Сегодня как-то обсуждений было меньше, поэтому быстрее закончили. Я так понимаю, из постоянного состава не все подтянулись. Так, надо, наверное, старые архивы уже поудалить, только слишком много уже. Все сохранено. У кого уже доступ к общей папке сохранен, кто привык забирать, можете заходить прямо сейчас. Я сейчас для тех, кто не привык забирать самостоятельно, я ссылку скину в чат. Так, вот, держите. Так, ну что, на этом сегодня все. Напоминаю, что мы с вами еще встретимся в 14 часов на аналитике по фондовым индексам. Кто интересуется криптовалютой, что это вообще такое, с чем ее едят, для чего она нужна, в чем ее преимущество и почему она настолько интересна многим сейчас в современное время, да, то мы с вами встретимся в 11 часов, то есть, ну, чуть меньше, чем через час, для того, чтобы обсудить, что такое биткоин, что такое технология блокчейн и так далее. То есть постараюсь на максимально простых примерах все это дело разобрать. Ну и, естественно, с новичками мы обычно в 16 часов встречаемся на базовом курсе. Если не ошибаюсь, в следующей неделе уже должна набираться группа. Так, значит, последнее, что хотел сказать, это для тех, кто ранее задавал вопросы, кто хочет торговать в российском правовом поле, да, то есть с российским брокером, то есть уже у Alpari такая возможность появилась, поэтому кому интересно, спрашивайте у ваших менеджеров непосредственно в ваших филиалах, вам уже дадут более развернутую конкретную консультацию. На этом все, всем удачи, попутного тренда. Надеюсь, завтра услышу больше комментариев и больше сообщений о зафиксированной прибыли. До свидания.
Thank you.